Робского. Аут. Сбрасывает Баранов. Робсон. Робсон сбивает с ног Игонин и получает капитан «Зенита» желтую карточку. Первое предупреждение в сегодняшнем матче. Кто-то там убирает с газона китов. По-моему, это кусок ракеты. Болельщик выскочил на поле и пытается атаковать судью. Парфенов бросается на перерез, защищает судью. Взрывается еще одна ракета. Я не завидую этому болельщику. Крутили, уводит с поля. Баранов готовится пробить штрафной. Да, честно говоря, такого я давно не видел. Такого обилия ракет, вспышек на стадионе. Андрей говорил, что перед матчем не было особых инцидентов. Но получается, что болельщики просто притаились. Полной неожиданностью для всех стало появление на поле обнаженного по пояс зенитовского болельщика, который непонятно каким образом протиснулся сквозь милицейское оцепление и попытался при счете 1-0 в пользу «Спартака» разобраться с арбитром Станиславом Сухиной. Усилиями сначала футболистов, а потом и подоспевших стражей порядка, возмутитель спокойствия был выдворен за пределы стадиона.